Иногда хочется посадить что-нибудь необыкновенное. Для таких решений может быть использована елочка вот таких маленьких размеров Daisy White, ель канадская коническая. Прирост ее от 2 до 5 сантиметров в год является медленно растущим растением, и еще на долгие годы она останется у вас вот в небольших размерах. Вырастает до 2 метров в высоту и около метра в нижней кроне. На солнце в летний период она, концы ее становятся ярко-ярко желтого цвета, и она приобретает вид, как будто вся в лампочках. Покупайте ель канадскую коническую Daisy White на сайте Plantende.